Пожалуй, ни одна марка не способна охватить весь спектр различных возможных вариантов часов. И в частности, как бы ни была широка коллекция Франк Мюллер, до сегодняшнего дня в ней не было часов по-настоящему водонепроницаемых. Часов с водонепроницаемостью хотя бы 100 метров. В этом году впервые у Франк Мюллера появилась модель под названием «Скафандр». Это все тот же самый корпус «Вангард», но вот такие совершенно необычные часы, предназначенные для подводного плавания. В чем особенность этих часов? Чаще всего мы привыкли видеть дайверские часы круглыми. Сделать их какой-либо другой формы оказывается сложно. Сложно, во-первых, чтобы обеспечить водонепроницаемость, а с другой стороны, сложно обеспечить правильную работу шкалы, напоминание о времени, ранта времени. В данном случае Франк Мюллеру удалось не только справиться с проблемой водонепроницаемости для часов вот такой необычной формы, но и предложить оригинальное решение для шкалы времени. А в данном случае круглого ранта нет, а его заменитель помещен на циферблат. И с левой части корпуса часов мы видим кнопку LOCK и видим две кнопки, которые управляют вот этим вот, ну, назовем его по-прежнему рантом. Одна из кнопок переставляет рант на 5 минут, вторая на 1 минуту, что позволяет достаточно быстро выставить рант на нужное время для нашего погружения.